Хотите, чтобы у вас ящики открывались вот так? Задевали дверки в шкафу вот так вот. Чтобы каждый раз нужно было с ними воевать, с этими ящиками, чтобы они задевали вот это все, да? А все лишь потому, что рассчитано все, было неверно. Попадает малейшая вещь, например, вот куртка, да? Вот всего лишь вот, вот которая занимает там 2 миллиметра, да, 3 миллиметра. И ящики начинают упираться. Вот хотите, чтобы у вас так же было с мебелью? Вращайте супермебель, они вам помогут.